Итак, уважаемые коллеги, мы сейчас находимся в служебном помещении, где у нас вопросы с полами стояли. Сегодня, надеюсь, мы их закроем, все эти вопросы. Ну, можем показать, что посмотреть. Вот здесь дверь в литейный участок, в литейно-механический, где будет находиться вакуумное литье под давлением. Соединяем здесь, сверху, до зашили. Все хозяйство, ну и за выходные врезали, поставили дверь. Вот такую дверь устойчивую. Можем показать достаточно большой проем, просто открывается эта верхняя челюсть. Это сделано для того, чтобы можно было сюда протаскивать крупные габаритные станки. Один из них — это станок лазерной резки. Ну и для ЧПУ тоже. Поэтому вот все это делаем. И вот, ну и видно, выход стоит этот грузовые ворота. Так что у нас сквозняком, транзитом мы сможем все заводить. Поэтому ворота у нас получились солидные. Осталось поставить, установить обналичники. Ну и все. А также, вот смотрите, здесь сверху начали устанавливать анкеры, и по этим анкерам у нас пойдут кабельные каналы, и к ним будет закрепиться освещение, а также будет проводиться силовая часть, ну и сигнальные кабели для связи с компьютерами. Вот освещение, сигнализация, пожарная, силовая часть. Сейчас анкеры навесим, ребята придут постепенно по полу, завтра продолжим по полу. Так что я надеюсь, что эта неделя будет ударной, и мы наконец-то приступим к установке оборудования в этом помещении. Всего до встречи!